Дорогие, новый мировой порядок, который хочет утвердить свою власть над миром, не в состоянии достичь своих целей. Но он сделает все, что может, кроме того, что он делает. Сейчас происходит глобальная проверка, чтобы увидеть, насколько уязвимы люди, насколько ими можно манипулировать через страх, постоянно подпитываемый СМИ. Многие существа боятся, и поэтому новый мировой порядок верит в победу. Он думает, что на данный момент он победитель, но он не может победить, и он начинает понимать это. Однако он будет продолжать действовать, пока у него еще есть сила. Частота колебаний, которая значительно ускорится для всей жизни на Земле, повлияет на всех существ, будь то серые или рептилии, и это будет шок, как откровение, когда внезапно завеса, наложенная на совесть, будет приподнята. Некоторые существа не смогут увидеть новый свет. Они очень боятся того, что чувствуют. Они очень боятся потерять свои преимущества. Они боятся потерять свою власть над людьми. Все эти существа будут сметены новой вибрационной частотой. Люди обладают огромными способностями, и ничто не может действовать против высоких частот вибрации. Люди могут идти против более низких частот, если они поднимаются над ними. Но если люди выстраиваются в резонанс с низкими вибрациями, они становятся уязвимы. Темный свет перепробовал все. Он пытается выиграть игру по всему миру. Поэтому еще будут сложные события, которые не будут длиться очень долго. Необходимо быть сосредоточенными на себе и прежде всего сохранять уверенность и веру. И помните, что Божественная и Галактическая Семья вместе с нами, так же, как и вы, работает для планеты Земля и для всего человечества. Будет много пробуждений сознания, и несмотря на притеснения и манипуляции, многие существа начнут анализировать. Не надо ничего придумывать, просто анализируйте факты, чтобы понять их и решить, где правда, а где ложь. С того момента, как вы будете анализировать все больше и больше фактов и всего, что вас окружает, вы поймете, где правда, и полностью освободитесь. Некоторые люди обладают гораздо большей способностью к анализу, чем другие. Но во всех странах мира многие проснутся, и в это время темный свет больше ничего не сможет сделать. Готовится полная победа света. На данный момент еще предстоит пережить сложные события. Но завтра мы окажемся в другом мире, в мире, где свет будет другим. На новой земле вы увидите жизнь другими глазами. У вас будет другой взгляд на свою жизнь. Вы также увидите жизнь вокруг себя и жизнь всех царств совершенно по-другому. Будет адаптация к этому новому свету и адаптация к этой новой жизни. Но это займет немного времени. Этот момент будет относительно коротким. Это нам обещано, и так будет. В настоящее время вы являетесь ценным инструментом. Мы участвуем в энергетической и вибрационной связи. И любовь, которая у вас есть, для себя и для других, придаст планете новое сияние. На данный момент все завуалировано, все немного серо, даже если вы видите свет. Но когда человечество будет готово, завеса будет поглощена светом, и тогда вы увидите настоящий свет. Вы увидите все вокруг себя совершенно по-другому. Это новое видение будет физическим, но прежде всего энергетическим и вибрационным. Физически все будет совершенно иначе, у вас будут другие способности и другое зрительное восприятие. Ваши 5 чувств будут умножены и, кроме того, будут восстановлены определенные психические способности. Так что будьте спокойны, перестаньте смотреть телевизор или смотрите как можно меньше. Будьте осторожны со всем, что вы видите на своих носителях. Старайтесь анализировать всю информацию, чтобы выяснить, резонирует ли она с тем, что вы чувствуете сердцем, или у вас есть сомнения. Будьте сильнее для себя и для других.